Миксеровой участок перелива чугуна кислородно-конвертерного цеха ММК «Сергей Сапогин» был отмечен ведомственной наградой – почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его мастерство высоко ценят руководители, а для коллег он отличный наставник и друг. Об одном из лучших работников Магнитогорского металлургического комбината расскажем в нашем сюжете. Пришел на ММК по зову сердца. По примеру родителей, Сергей Сапогин рассказывает, в свое время он выбрал профессию металлурга не случайно. У меня отец тоже на комбинате отработал всю жизнь. Хорошее предприятие, старые традиции. Куда еще идти? Впервые на производстве Сергей Сапогин оказался еще будучи студентом института во время практики, а потому, когда после получения диплома пришел в мартеновский цех, уже был хорошо знаком с технологическим процессом. 7 лет Сергей Владимирович отработал в должности подручного сталевара. Затем в силу обстоятельств был вынужден уйти с комбинатом. Вернулся на ММК в 2000-м, устроился на ККЦ на десульфурацию чугуна. Затем перевелся на участок переливки и с тех пор трудится здесь, в должности миксерового. Неустанно следит за технологическим процессом. Наблюдаю за струей чугуна в ковш, чтобы она сильно не разбрызгивалась. А вес, вот слежу за весом. Тара ковша, вес чугуна чистого – это сумма. Среди основных задач, которые стоят перед миксеровым – обеспечение бесперебойного снабжения работающих конвертеров жидким чугуном, организация его перелива. Также Сергей Сапогин следит за правильностью закрепления траверза крана за цепь и ковша, осуществляет отбор проб для экспресс-анализа. За смену на участок приходит порядка 30 миксеров, в каждом 400 тонн чугуна. Работа ответственная, непростая, и не каждый выдержит такой нагрузки. Сергей Владимирович подчеркивает, все его коллеги достойны называться лучшими в своей профессии. Вопрос, какие люди работают рядом с вами, он отвечает однозначно. Замечательно. Люди замечательные, поэтому и работаю. Я уже пенсионер давно. За 36 лет работы на комбинате Сергей Владимирович не раз был удостоен знаков отличия. Его фотография уже не один год украшает доску почета. А недавно специалист был отмечен почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Коллеги уверены, это вполне закономерно. Миксеровой Павел Бабушкин с Сергеем Сапогиным работает с 88 года. Начинали рассказывать на мартене. Волею судеб через несколько лет встретились в ККЦ. И также все, попали мы вместе опять с ним же в 3-ю бригаду. В мартене в 1-й бригаде мы вместе с ним работали, здесь в 3-й бригаде. И по сей день работаем вместе. Хороший, замечательный человек, мы дружим с семьями. Отличный специалист, заботливый отец и муж, спортсмен. Человек, в руках которого работа в буквальном смысле горит. Успех Сергея Сапогина состоит из нескольких основных элементов, среди которых отзывчивость, неиссякаемая энергия и, конечно, мастерство. Евгения Салахутдинова, Александр Макаров, телекомпания ТВН.